Сенаторы США Джон Маккейн и Джон Керри, а также крупнейшие американские предприниматели, 26 июня посетили египетскую фондовую биржу. Группа прибыла в Каир в субботу и успела посетить площадь Тахрир, центр египетской революции, а также встретиться с премьер-министром страны и министром финансов. Республиканец Маккейн сообщил, что США готовы инвестировать средства в Египет и тем самым создавать в стране рабочие места. В интересах национальной безопасности США видеть процветающий, развивающийся, демократический и свободный Египет. Керри, представитель партии демократов, выразил свое восхищение тем, за что борется египетский народ. «Для нас большая честь находиться здесь с предпринимателями некоторых крупнейших корпораций в мире, которые также очень заинтересованы в будущем Египта». В ближайшее время Маккейн и Керри объявят о результатах двухдневных переговоров с властями Египта. Еще до прибытия делегации США министр финансов Египта объявил, что после пересмотра бюджета и урезания прогнозируемого дефицита Каир не будет брать кредит у Всемирного банка и МВФ, несмотря на то, что он уже был одобрен.